Друзья, приветствую на канале. И вот решил снять видео небольшое. Итог расхода угля. Здесь у меня лежала кучка 5,5 тонн. Начал топить я с конца сентября месяца углем. Сегодня у нас 31 декабря 2019 года. Вот остаток угля, то что у меня осталось от 5 тонн угля. От 5,5 тонн угля. Здесь где-то килограмм, может, 200-300. Сейчас все это я уберу в углярку и приступлю к следующей кучке. На зиму я покупал 11 тонн угля. У меня еще одна кучка. Вот, я приготовил тачку, ведерки, чтобы в руках не таскать. Сейчас все свожу в углярку. Там еще, благо, место есть. У нас зима, снежок, снега навалило нормально. Вот у меня вторая кучка угля, засыпанная снегом. С нее я уже брал уголь. Ну как брал, я его убрал в углярку. Тут у меня еще место под уголь есть. Сейчас остатки того угля стаскаю сюда. Ну и буду раскапывать эту кучку. Сейчас таскаю, сниму, что получилось. Вот так вот, друзья, разработка месторождения закончилась. Собрал я остатки с пылью, мелочью. У нас идет снежок, хорошо. Сейчас покажу, сколько я отсюда догреб. Вот как раз хватило засыпать в углярку до полной. Вот так вот почти половина сезона у нас прошла. Осталась еще половина сезона. И половина моих запасов кончилась. Вот в этой куче было 5,5 тонн. Догружал еще в углярку полную. Ну, у нее где-то в районе 2,5 тонн входит. Как-то так. Сезон кончится. Сниму обзор полный, сколько ушло угля за зиму. Всем всего хорошего. Любви, процветания. Всем удачи. С наступающим Новым годом.